Сначала представить визитную карточку семьи, рассказать об истории своего рода, семейных обычаях и традициях. Затем продемонстрировать общие увлечения и, наконец, презентовать творческие достижения. Такие этапы предстояло преодолеть трем командам участницам конкурса «Лучшая многодетная семья Московского района города Бреста 2022». Цель этого конкурса – именно привлечь внимание многодетным семьям, показать, что важность нашему государству уделяется многодетным семьям. Это залог нашей стабильности и успеха в государстве. Всего в конкурсе приняли участие три многодетные команды. В составе семьи Шуман – 9 красивых и счастливых людей. Жена белоруска, муж – доктор математических наук, родом из Франции. Бережно хранят в семье общие традиции и рабочий инструмент дедушки-офтальмолога. Безусловно, такие конкурсы очень важны ввиду того, что все-таки бренд многодетной семьи – это немаловажный момент в развитии страны, в развитии общества и социума. В семье Кричкивских многодетность – это традиция. На две родовых линии супругов у самых старших ее представителей в общей сложности приходится 70 правнуков. Кроме того, все члены семьи – одаренные творческие люди. Конечно, была неожиданность, когда нам предложили поучаствовать. В общем, мы на семейном совете приняли решение, что хотим попробовать свои силы. То есть это все-таки новые знакомства, ну и что-то новое, интересное. В роду семьи Ющук целая россыпь талантливых и известных людей. Среди них ювелиры, художники, поэты, музыканты, заслуженный учитель страны и даже доктор политических наук. Видимо, эти гены и помогли семье пройти в областной тур конкурса. Думаю, что эти конкурсы важны для всех. И для тех, кто в них участвует, и для тех, кто их смотрит, на них присутствует. Возможно, это побудит людей понять, что семья – это не просто так, что это очень важно, и что люди, которые нас окружают, и которые живут в нашей семье, это близкие люди, и о них нужно заботиться, любить их. Все участники смогли показать себя, проявить творческие способности и доказать, что их статус почетный и важный. Организаторы заверили, такие испытания будут проводить и дальше. Людмила Лагутич, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания «Бук ТВ».